Чем ближе дата возможного подписания договора об ассоциации между ЕС и Украиной, тем более напряженными становятся отношения между Киевом и Москвой. Москва не скрывает, такой сценарий ее категорически не устраивает. Принцип простой – либо с нами, либо против нас. На проходящей в эти дни в Москве международной конференции по вопросам евразийской интеграции официальную позицию России в очередной раз озвучил Сергей Глазьев. Выбор носит сугубо политический характер, противоречит всем экономическим критериям. Это стоп-кран, который закроет возможное движение Украины в таможенный союз с Россией. В своей речи господин Глазьев зашел весьма далеко. Он назвал выбор Украины чуть ли не самоубийством, а единственной альтернативой назвал вступление Украины в таможенный союз. Никакого другого варианта нет и быть не может. Европе незалежная нужна только для того, чтобы насолить Москве, считает Глазьев. Последний тезис очень задел Валерия Мунтияна. Украина – это очень ценный партнер, и стратегический партнер, как для членов таможенного союза и ЕП, так и для Европы. Поэтому и борются, и делают эти фокусы, и все остальное. А мы должны быть горды и верить в себе. Впрочем, кроме взыгравшего чувства национального достоинства, во всем остальном Мунтиян поспешил согласиться с мнением Глазьева. По его мнению, Украине в Европе делать нечего. Сплошные убытки. Но настолько категоричны далеко не все. Если Россия занимает около 4% мирового валового продукта, то Европейский Союз – это десятки процентов, 30 и больше. Следовательно, не надо проводить специальных расчетов, чтобы понимать, что стратегически интеграция с более сильным объединением должна в долгосрочной перспективе привести к более выгодным экономическим последствиям. Господин Кнобель не отрицает, что на первых этапах процесс интеграции может быть для Украины болезненным. Но это цена ассоциативного договора. Россия же, по его мнению, ставит вопрос для Киева слишком жестко. И в обстановке ультиматума нет ничего удивительного, что Украина выбирает Европу. Александр Кнобель прокомментировал и недавние заявления о глобальном расширении таможенного союза. В частности, желание Турции, Сирии, Индии и Вьетнама присоединиться к организации. Могу точно сказать, что с Турцией нечего обсуждать, поскольку Турция является членом Европейского таможенного союза. То есть с Турцией торгового соглашения в принципе заключить сколь-нибудь серьезное нельзя. Что касается всего остального, торговый оборот с этими странами не такой, чтобы всерьез воспринимать последствия вот такой вот интеграции. Я думаю, что это будет носить больше декларативный характер. Не только таможенный союз, но и сами попытки его расширения превратились в политический процесс. Местами они носят трагикомический характер. Возможно, таким образом Россия пытается распространить свое влияние в мире, не предлагая особо ясного плана на будущее. Я думаю, что это все-таки хороший пример того, что, знаете, как в жизни, если ты начинаешь говорить, да вообще-то я, честно говоря, совсем о другом думаю и так далее, очень ты становишься непрогнозируемым. Нужно четко заявлять о своих требованиях и критериях сотрудничества. Мне кажется, это то, чего сейчас у нас не очень получается в рамках евразийской интеграции. Ультиматумы России все больше раздражают ее настоящих и гипотетических партнеров. Тем самым Кремль сам дает повод для разговоров на тему имперских амбиций Москвы. Максим Черепанов, Алексей Аносов. Специально для 16.12.